Чарли Чаплин. Я сейчас играть буду гимн Нью-Йорк Стейт. Я люблю Нью-Йорк! Это мой штат! Это мой штат! Я люблю Нью-Йорк! Порзингис, иди обратно на место! Минус один балл тебе! За что? Это мой любимый штат! Потому что ты не мешал Гиннесу! Нью-Йорк. Если бы не этот Порзингис, я бы с удовольствием послушал гимн Нью-Йорка. Порзингис, слышь, тебя минус один балл. Ну ладно. Начнем сегодня школу. Маленький искатель в школе Шрека. Так, как всегда, придут 8 учеников. Да, которые будут искать каждый 5. По предметов. Как всегда, у нас очень много предметов. Ты худший получит... Мистическую корпорацию. Да, бусик мистической корпорации. И целую ночь будет ехать и искать всяких монстров, вампиров и всякую нечисть. Так, ну а лучший получит сюрприз. Ну что, ребята, готовы? Поехали. Итак... Код 2 раза. Трансформер. Куб с городами Матвей. Без паники. Пирамиды. Код 2 раза. Мур-мур-мур. Мурлычет кошка. Ну, погладь меня немножко. От тепла и ласки я зажмурю глазки. Второй код. Это кто? Матроскин. Из Простоквашино. Матроскин. Трансформер. Называется Скайбайт. Куб с годами Латвии. Вот. Без паники. Учитель Шрек, меня этот друг Чарли Чаплина только что мучил. Не бывать этому. Минус один балл. Понял? Пирамиды. Вот он, пирамиды. Пирамиды. Молодец, Пеппа, ты справилась с заданиями. Жди решения Маркуса. Я так. Кто? Порзингис. Порзингис. Ну, на тебе задание. Мыло душистое. Кодак. Утки червяка нашли. Голубая крышка. Триумфальная арка. Мыло душистое. Где мыло душистое? Минус два балла. Кодак, вот он кодак. Кодак. Утки червяка нашли. Утки на лужок пришли. Утки червяка нашли. Вот удача, кря-кря-кря. Мы пришли сюда не зря. Голубая крышка, вот он. Голубая крышка поедал и... Триумфальная арка, вот он. Триумфальная арка. Ну, справился ты с заданием, с подсказкой. Минус два балла. За Нью-Йорк это нечестно, это мой штат, я и хотел петь. Минус три балла. Нельзя говорить ничего против Шрека. Все, понял.
Денис Губенко. Так, Губенко. Что это такое, Губенко? Это я порвал. Что? Это я порвал. Одни? Что это? А это что за грязь? Это Губенко сделал. Денис, как можно быть такой неряхой? Где сейчас цифра 5? Одни кляксы. Это что? Это клей, наверное. Это от клея. Что это такое? -1 балл. -1 балл тебе. Корова, зигурат, колокольчик, медведь под купом, музыкальная шкатулка. Корова. Среди елок и сосенок маму потерял теленок. Где же мама? Что? -2 балла. Ты ошибся. Как с коровой? Вот корова. Вот корова. Зиггурат. Вот они, зиггурат. Где? Зиггурат. Колокольчик. Вот. Перемена. Я пошла, я пошла. Что такое? Дурок только начался. Губенко, -3 балла. За смутьянство. Медведь под куполом, вот он. Так. Музыкальная шкатулка. Вы предвзято ко мне относитесь, господин Шрек. Что? -4 балла. Что это у тебя там? Губенко. Сейчас пьет. Что это было? Чувак, что с тобой? Это Денис опять! Губенко, почему ты чуваку в попу фломастеры 4 засунул? 4 фломастера у меня. -5 баллов тебе. За что? Как за что? Ты не понял за что? Mm-hmm. Во-первых, ты неаккуратный, ты неряха, видишь? Видишь, смотри, какой ты неряха. Все порвано, все испачкано. Во-вторых, ты говорил мне что-то, а мне говорить вообще нельзя. Я учитель Шрек, понял? Тогда ты не нашел корову, ты нашел теленка. Тогда ты еще чуваку в попу фломастеры засунул. И еще ты всех смутьянил, ты колокольчик звенял. Ну да это же такие задания, вот колокольчик. Что? 6-й минус хочешь? Нет, я все молчу, все. Следующий. Чувак со спущенными штанами. Шрек самый справедливый учитель в мире. Овечка, Тачбахал, мальчик, девочка смотрит ТВ, бронзовая статуя. Овечка. Барашки, мы расчешем вам кудряшки. Это барашки вообще-то. Би-би-би. Ну тут написано овечка. Би-би-би. Надо было искать барашков. -1. Да что? Тут же овечка написано. Надо было барашков. -2. Ну за что? Ты против меня что-то сказал. Все, я молчу. Тадж-Махал, вот это Тадж-Махал. Монстр-чок. Вот. О, какой крутой. Девочка смотрит ТВ. О, пришла девочка, что она будет делать у нас тут? Wanna play game? Play game, что она? А что кот там черный делает? Что там черный кот делает? Не знаю. Если нажимаешь кошку. Ладно, пусть смотрит телевизор. Так. Бронзовая статуя, вот он. Бронзовая статуя. Справился ты с заданиями. -2 балла пока. Я бы сказал, но я молчать буду.
Вот правильно. Молчание золото. Нельзя ничего говорить против того, что сказал учитель. Четверка. Вот твои задания. Зеленый крокодил 183 раза. Пантеон, калькулятор, девочка идет спать. Зеленый крокодил. Навстречу, мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил. И мочал, словно кал, проглотил. Что? Крокодил, ты съел Спанч Боба? Ужас! 183 раза первый, 180. Один. Второй. Два. Три. Три. Пантеон. Вот он. Вот он, Пантеон. Калькулятор. Вот и калькулятор. Девочка идет срать. Четверка! Минус один балл! Фу, как некрасиво! Я икса учел шутку, прошу срать! Она же идет спать! Тут написано! Тут спать написано! Куда она пошла в туалет? Спать! О! Наконец-то! Все, уснула. Так, четверка, минус один балл. За что? Ты ругался в школе некрасиво. Иксик. Так, ну на, иксик, твои задания. Мальчик грязнуля. Чемодан, воровка, пульт, кашу, кашу. Мальчик грязнуля. От Губенко. Чемодан. Вот он. Ну, чемодан. Погоди. Воровка. Вот он, воровка. Видеокассета, воровка. Пульт. Вот он, пульт. Кашу. Кашу. Какой Слэк? Я Шрек. Учитель Слэк. Что с тобой, Маша? Учитель Слэк. Ну ладно, что тебе? Друг Чарли Чаплин намусил меня. Минус два балла тебе, понял? А ты, Маша, сходи к логопеду. Следующий. Друг Чарли Чаплина. Ну, у тебя минус два есть. Надеюсь, ты помнишь? Куда ты спрятался? Вылезай! Мой додыр два раза. Четыре фломастера. Пять карточек миньоны. Хвататель веселая елочка. Мой додыр два раза. Первый мой додыр. Выключите доберу, мои уши уже болят. Вторая мой додыр. Опять? И третий мой додыр, вот он. Третий мой додыр. Ну, дальше. Четыре фломастера, твой фломастер. Зеленый, оранжевый, розовый. И желтый. Хвататель. Вот он. Хвататель. Поставь хвататель на место. Пингвин.
Пингвин! Минус один балл тебе. Да. Да, поставь на место хвататель. Веселая елочка. Только не включай ее. Я же сказал, не включай ее. Эй, вы, перестаньте танцевать. Порзингис, ты куда? Губенко, на место! Я сейчас позову дракона. Он вас быстро утихомирит. Так, Губенко, минус 5 баллов. Порзингис, минус 4 балла. И друга? Друган, минус 4 балла. Пингвин, 2 балла. Минус 2 балла. Все. Ты все нашел? Да. 5 карточек миньона. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Минус 5 баллов. Ты не нашел карточки. Что это за школа такая? Что ты там сказал? Все, я молчу. И последний. Пингвин. Пингвин. Теленок. Знак Альфа. 2 раза. Стармастер. Лада, синяя копелка. Теленок. Среди елок и сосенок маму потерял теленок. Где же мама? Не пойму. Здесь я, мой хороший. Знак Альфа 2 раза. Первый Альфа. Второй Альфа. Стармастер. Вот он. О, крутой Стармастер. Вау, круто. Он еще и горит. Выключим Супер. Свет. Да? Ну давай. Выключим свет. Вау, он горит. О, круто. Это потолок, да, такой красивый? Прикольно спать под звездами. Ощущение такое, что спишь под звездами. А, тут призраки! Это я! Ты? Минус 6 баллов тебе. За что? 6 баллов. За призраков. Ну, дальше. Ладно. Куда? Шрек! Меня опять мучили! Так, мужик. 7 баллов минуса. За что? За что? Ты что сказал там? Все, я поминую, все. Синяя копилка. Так, пингвин, минус 2 балла у тебя. Ну, я думал, что я хоть один отыграл балл. Что ты сказал там? Все, я молчу. Так, молчание золото, как я сказал. А теперь неподкупный эксперт Маркус определит, кто же из вас сегодня был худшим. Худший был Денис Губенко и Порзингис. А, за что? Потому что вы Денис Губенко. Я уже рассказал. Второй раз повторять не буду. Не надо совать фломастеры, куда не надо их совать. Ясно? Я перепутал теленка с корову. Да, теленка с коровой перепутать. Это же надо. И Порзингис. А какой ты лист заданий принес? Весь обслюнявленный, весь порванный. Неряха, короче. И Порзингис. Ты мешал гимн стейт Нью-Йорк стейт. И второе, ты потанцевал с елочкой. И третье, ты слишком много возражал мне. Ну чё, Денис, поедем? Ладно, со звездой Национальной баскетбольной ассоциации я готов делать хоть что угодно. Лучший был. Кто сегодня лучшим был? Друг Чарли Чаплина и пингвин. Что? Нечестно! У него же 7 минусов! Он меня мучил! Он тоже меня мучил!
Маркус, так не пойдет. Это нечестно. Маркус, ты меня, Шрека, не боишься? Так иди в ванну, ты, Шрек. Следующее мы будем, четверка X. Вот у нас будет честная школа. Пока.